Всем привет! Сегодня корчуем черешню. Участок корчуется гораздо быстрее, чем все предыдущие. С чем это связано? Во-первых, абсолютно нет поросли, участок гораздо чище. Вот там дальше был сад вишни. Между ними нет никакого расстояния, просто сад вишни переходит в сад черешни. Сады одинакового возраста, в одинаковом состоянии. Вот там, где сад вишни, там поросли полно. Начинается черешня, сразу все чисто. Во-вторых, корни черешни мягче. Они не такие мощные, как на яблоне, как на груше. Трактор выкапывает их быстрее и легче. Вот корни черешни. Даже по внешнему виду они не такие мощные, как корни яблони. Все, участок закончили. Вывод. Если есть выбор, что корчевать, выбирайте черешню. У меня все. Всем пока.